Чтобы установить рулон этикеток, поверните боковые фиксаторы на себя и поднимите верхнюю крышку принтера. Выберите этикетки для прямой термопечати или для термотрансферной печати. Раздвиньте створки держателя и установите рулон этикеток. Расположите этикетки по направляющим, затем, удерживая зеленую кнопку, отрегулируйте положение направляющих по размеру этикеток. Протяните этикетки вперед и закройте крышку принтера.